Перекладка всех устаревших коммуникаций – один из главных этапов при подготовке к новому отопительному сезону. Предварительно специалисты осматривают все трубы и на участках, где они изношены, проводят работы по замене тепловых сетей. На сегодняшний день в Ленинском городском округе система теплоснабжения находится в хорошем состоянии, но важно, чтобы ее вовремя обслуживали, меняли трубы, меняли котлы, меняли задвижки, соответственно, чтобы все было в работоспособном состоянии, тогда любое чрезвычайное происшествие можно легко исключить и, подготовившись, соответственно, полностью ликвидировать. На этом участке замене подлежит почти 400 метров. От дома номер 34, корпус 2 по улице Советской до дома номер 74 по проспекту Ленинского комсомола. Здесь проходят магистральные трубы 400-го диаметра. Подрядчики уже на площадках, работа идет. Два трубопровода в существующем лотке теплотрассы со вскрытием старых лотков, демонтажа старых труб и укладки нового трубопровода. Уже в ППУ изоляции, более современные. Новые трубы современной изоляции будут служить более 30 лет. Это позволит длительное время не возвращаться к ремонту и быстрее обслуживать систему. Все неудобства для жителей в период перекладки коммуникаций постараются минимизировать. Некоторые работы проведут в ночное время, а к 1 сентября их планируют завершить на всех 4 участках. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.